Вот уже 25 лет на охране рубежей Каспийского моря. Знаменательную дату сегодня отметил экипаж пограничного сторожевого корабля «Дербент». С места событий наш корреспондент Луиза Раджабова. Именно этот пограничный сторожевой корабль носит название древнейшего города Дербент. Вот уже 25 лет он несет службу в акваториях Каспийского моря, представляет интересы экономических границ и также охраняет биологические ресурсы. Корабль «Дербент» был спущен на воду судостроительной фирмой «Алмаз» в городе Санкт-Петербурге. В октябре 1995 года пополнил корабельно-катерный состав пограничного управления ФСБ России по Республике Дагестан и приступил к охране морских рубежей на Каспийском море. За последние 4 года наш корабль 3 раза завоевывал кубок при практических артиллерийских стрельбах, является лучшим кораблем в артиллерийской подготовке среди кораблей пограничного управления. И если долг нас обязует вступить в морской бой с другим военным кораблем другого государства, то мне кажется, что его шансы будут равны нулю. Познакомиться с жизнью и бытом экипажа корабля прибыли и семьи пограничников. Разделить праздник со своим отцом пришел и маленький Кирилл. Пока муж следит за порядком в море, Мария поддерживает порядок в доме. Жена пограничника признается, быть замужем за моряком – ответственная задача. Конечно, тяжело и физически, и морально, тем более с ребенком. Но знаем, что... У нас есть крепкое плечо, крепкая защита, надежная защита. И мы всегда ждем нашего папу и любим. Поздравить моряков-пограничников прибыл и глава города Дербент Хизря Бакаров. Мы очень рады, что в просторах Каспийского моря плавает корабль под названием «Дербент». Так что вы тоже наши земляки можете приезжать к нам семьями. И мы всегда будем вас встречать с почестью. Поздравляю вас с 25-й годовщиной поднятия флага на корабле! Ура! 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 Ну, 25 лет – это немалая цифра. Немалая цифра, причем для этого региона. Регион штормовой у нас. Я еще, наверное, раз повторюсь, что результаты службы этого корабля, оперативно-служебной деятельности, они очень высокие. Экипаж не просто так занял первое место, тут есть у нас цифры по задержаниям нарушителей, есть цифры по выполнению задач боевой подготовки очень хорошие, то есть результаты это на фоне всех остальных кораблей, все-таки первое место по стрельбе это ну, тоже достаточно серьезно. Вот уже 25 лет пограничный сторожевой корабль «Дербент» несет службу в акватории Каспийского моря и выполняет задачи по охране морских биологических ресурсов и экономических интересов России, задерживает нарушителей государственной границы страны. Все эти годы сотрудники именного корабля гордятся тем, что Родина доверила им эту непростую службу и с честью несут боевую вахту. Луиза Раджабова, Гаджи Магомедов, Новости ННТ, Каспийск.